Журналисты здесь первые гости. Экскурсию по новому зданию театра оперы и балета им устроили профильные чиновники. Здесь все готово к началу театрального сезона. Репертуар составлен, зал подготовлен. Зрительный зал сделан амфитеатром. Он был с креслами 82 года. Правда, кресла чешские, но на металлической основе и жесткие. Для сохранения акустики мы перевезли кресло из зала нашего театра, из исторического. В театр на Второй Дачной артисты переехали после того, как в историческом здании начался масштабный ремонт. Новое место артистам понравилось, правда, пришлось многое переделать, но есть и свои плюсы. Например, комната для отдыха, гримерки и служебные помещения. В новом здании все просторнее и удобнее. А вы сейчас вот находитесь в репетиционном зале. Этот зал тоже замечательный. Очень хорошая акустика в этом зале. Ну и большое преимущество. Видите, здесь даже два рояля располагаются. Огромных роялей, новых, которые у нас стояли в большом зале. Звучит отлично. Вы знаете, неожиданно, хотя никто не планировал его как зал, предназначенный для оперных спектаклей, оказалось, что очень хороший баланс с оркестром. Что самое главное, удалось выгородить оркестровую яму, которая не мешает видеть сцену. По словам министра культуры региона, вынужденные перемены переформатировали и саму работу театра. Он стал еще ближе к зрителю. Теперь знаменитые спектакли увидят не только в областном центре. Площадок для творчества в этом году стало намного больше. Мы не говорим о том, что это конкретно та сцена, на которой мы будем выступать. Выступать мы будем на всех сценах Саратова и Саратовской области. И у нас есть уже план, собственно говоря, график выездов. Все клубные учреждения, особенно те, которые отремонтированы, отреставрированы, конечно, посещать театр оперы и балета будет в любых своих проявлениях. Да, балетная или группа, это оркестр или будет, или опера там в каком-то своем составе. Начало сезона в театре планируют открыть традиционным Собиновским фестивалем. Культурное событие стартует на следующей неделе. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов 24.